Одно из предприятий Витебска свой детский лагерь к летнему сезону готовит основательно. Работы по благоустройству начали еще в апреле. Сейчас в Липках, которые находятся в Городокском районе, ежедневно работает около 50 человек. Это работники предприятия. Убирают территорию, собирают мебель и ремонтируют жилые комнаты. Подготавливаем стены, поклейки обоев. Вот шпаклюем. Снимали старые, сейчас шпаклюем. Кругом лес, озеро хорошее. Хорошее. Мне нравится сюда ездить. Я как бы... В прошлом году не было, а практически за все свое, ну, что работаю, я езжу все время вот сюда вот. Помогать ремонт. Детскому оздоровительному лагерю «Липки» почти 50 лет. Место отдыха в Сосновом Бору на берегу озера в этом году готово принять на оздоровление почти 1500 детей. Первая смена летнего сезона начнется 11 июня. Для комфортного пребывания школьников здесь созданы все необходимые условия. В преддверии очередного сезона отремонтировали столовую, заменили кухонное оборудование и улучшили материально-техническую базу. Кроме того, уже есть планы на масштабную развлекательную программу для детей. Детям будут представлены культурно-массовые мероприятия, будут проводиться оздоровительные мероприятия, привлечены сторонние организации, это будет и фаер-шоу, это будут и мыльные пузыри, и привлеченные артисты, также с нашего театра «Ляльки». Также будет организован досуг в виде дискотек с привлеченными музыкантами. Всего в Витебской области за 3 летних месяца планируют оздоровить около 45 тысяч детей. В северном регионе будут работать 35 круглосуточных лагерей. Их список пополнит 2 новых. Кстати, эта оздоровительная кампания обещает стать уникальной. Спрос на путевки небывалый. Большая часть оздоровительных лагерей, то есть из 35, порядка 32 уже заполнены. То есть 4-я смена остаются доступными еще для оздоровления. Поэтому родителям надо уделить внимание и определиться с местом отдыха их детей. В этом году мы открываем в Брасловском районе новый оздоровительный лагерь. Все организации уже приступили к выполнению ремонтных работ. Оздоровительная кампания в Северном регионе в этом году стартует 2 июня. Сейчас специально созданная комиссия, в которую входят представители различных ведомств, проверяет качество подготовки лагерей. Все ради комфорта и здоровья детей.